explains to him his own story about the welter of different senses, sensations he had as he first came back to life, as he talks to him about walking community, as he asks, please, don't not let me be entirely alone, make for me a bride. His relatives, his appealing natural ethics, his understanding of real society is extraordinary. That monster, as he tells us, is able to live a raw, very and nuts. He's able to survive extreme cold and несколько сцен ада, потом уехал, трудился без выходных, стал прорабом, потом получил хорошо и удачно вложился, и вот перестал суетиться, работать руками, и вырос живот. На днях я их встретил случайно в торговом центре, его не узнал сразу, он стал красивым, худым и нервным, моя девушка чуть постарела, как я по полнегать пообщаться, но вместо того, чтобы их прикончить на месте, я распрощался, присел отдохнуть, когда гулял в продуктовый и понял, сон в котором забыл свои банковские карточки номер породил в моем сердце куда больше страха, чем тот, в котором я больше ее никогда не трахал. Мир накренился, бывает в лучах заката, и вечер, толстяк страдает у банкомата. Я получил билет на новый уровень ада, платформа едет в обратную сторону той, куда надо. Сядьте удобнее, откиньтесь, пристегните ремень, комфортное место, роскошный пейзаж в окне, толстяк остается с собой наедине, делает музыку громче, страдает в тайне. Мистер, мистер, одолжите свое пальто, мне очень страшно, ведь я хожу здесь голым, в метро одному толстому человеку холодно. Я думал, со мной это не случится, должно быть, мир застрял между вагонами, упал с платформы, превратился в адскую кашу, прополз мне в голову. Мне кажется, я испугался и отпустил ее руку, она сказала, что ей не нравится моя глупая шутка. А после этого ушла, не взяла даже зонты клички, я жил один несколько лет, ел потом с майонезом, за вечер я снял столько...